Второй этаж третьего здания казармы, третьего от КПП, войсковой части 47-280. Расположение подразделений войсковой части 47-280. Третье. Июля 2018 года. Мы вчера были с вами на первом этаже и в подвальном помещении этой казармы, этого здания. Сейчас пройдем по второму этажу и по чердаку. Вот мы на лестничной площадке. Здесь мы вчера начинали видео. И здесь мы начнем сегодня. Вот забегаю вперед, нашел. Хорошо ли видно, нет ли? Да, вот так будет хорошо видно. Я в перчатках, и сюда не смущает. Понятно почему. Начинаем движение. Тут мусор, конечно. Хорошего тут мало что осталось. Будем быстро ходить здесь, смотреть. Опасно для жизни. Конечно. Вот. Это вот коридор. Синий, вот газета «Труд». Кому нужны исправные профсоюзы? Умывальник. Времени сейчас около 12, а вот посмотрим. Время. Дату я сказал. Третье. Так быстро летит время. Комната сразу налево. Коридор. Пока мы не включаем фонарь. Фонари, даже можно сказать, большое помещение. Быть может, даже спальное помещение. Все одинаковые. Такой же и первый этаж. Мы вчера смотрели. Немножко туалеты разнятся. Почему сегодня мы здесь, а туалет? Туалетная комната. Тут уже нет тех приспособлений, которые были на первом этаже. Почему здесь сегодня обратно? Поскольку есть возможность влезть сюда. До последнего времени не было такой возможности. Все было закрыто, окна заколочены. Здесь мы с вами будем подниматься. Вот отсюда мы начали. Поднимаемся на чердак. Чердачное помещение. Железяки валяются. Это сняли, видно, снятые. Останки снятые сантехники. Тут была, видимо, вешалка, вот она висит. Оставим мы этот шевро, эту эмблему, чтобы не забыть. Ух, я с сумкой. Сумка. Вот это поднимаемся на чердачное помещение. Вот здесь было видно. Печать. Опечаталось помещение. Написано нежилые помещения. Проверим. Осторожно, двери открываются. Свет включаем. Да. Вот отсюда мы с вами зашли. Вот. Нечто коридора. Направо сразу. Вот. Направо. Видимо, вешалка или сушилка. Металлическая конструкция. Еще раз направо. Где-то я тут счетчик видел. Это с резкостью. Так
такой оператор уже. Это вот Пуша. Я заглядывал, рассматривал, думал, может, фамилии тут где-то и, как правило, делались на внутренней подкладке. Вот это счетчик тут сохранился, думал, он целый. Увы, только коробка от него. Вот что приделано, что уж тут, как коробка распределительная была из коробки из-под патрона. И по коридору дверь тут на под решеткой заходит сюда. Это коридор. Не включаю я еще один фонарь, обойдемся, я думаю. Вот тут сразу по коридору ящик. Комплект номер 86, 18 всего ящиков, зип какой-то. Это я уже тут его открывал, закрывал. Вот там ящик. Шинель тоже я здесь приспособил. Тоже текстов нет. Налево комнатушка. Ни текстов, никаких объектов для съемки. Продолжаем по коридору идти. А вот тут я нашел табличку. Номер 16, помещение. Кладовая техническая. Естественно, вот здесь стоит стакан. Не знаю, это пользовались такими стаканами, не пользовались. Сюда его поставим. Коридор налево. Вот это вот бумага черная. Целый рулон здесь, еще в другом месте видим. А, здесь газонокосилка. Вот она, механическая. Ботинок для определения масштаба. Какая-то бандяжка, что ли? Это что тут было? Это я не заметил. По-моему, даже не знаю, что это. Это полох. Это я говорю. Рулон бумаги черный. По коридору налево. Это чердачное помещение. Окна заколочены. Хода сюда нет для нормальных людей. Казарма третья по счету, первый подъезд. Расположение войсковой части 47-280. Кладовое имущество на учение. Зайдем, посмотрим. Опечатывалась кладовая. Вот, смотрели. Вот здесь кровати написано. Щиты. Матрацы, подушки, каркасы, скамейки и печи чугунные. Проходим в пролом. Здесь тоже что-то какие-то, да, вот тут краски. Как же на учениях без краски? Никак, шинели. Вот тут написано шинели. Имущество на сдачу, две таблички, канцелярское имущество, комбинезоны, вот, пожалуйста. Все это было видно, тут были, видимо, стеллажи. Вот такое канцелярское имущество. Много, видимо, было канцелярского имущества, две таблички. Все, посмотрели мы с вами. Чердачное помещение и второй этаж
третьей по счету казармы, считает КПП. И выходим потихонечку. Ящик закроем. Хороший ящик. Качественный, добротно сделан. Ну, не востребован. Тут некоторые газеты я уже сделал фото. Например, футбол, хоккей, 90-й год, по-моему. Не могу рассмотреть. И вот мы выходим на свет. Боже, выключили фонарь. Заглянем еще в окно. Вот здесь, чтобы сделать фото снаружи входа, обрезал деревья, кустарники, ветки. Можно было вот на заставку поставить видео. Вот здесь мы были с вами. Ах, вот он я весь в фонарях. Один фонарь у меня еще. Сумка, вот эта сумка. Орган, печатный орган Советских профсоюзов. Газета. Ну вот. Это первый этаж. Мы вчера здесь были. Так же выходим, как заходили вчера. Уже сегодня это сделал. Другому никак. Теперь буду выходить. Вот здесь я буду выходить. Вот. Смотрим еще налево. Должен быть виден велосипед там. Там вон он виден стоит. Всем всего доброго, до свидания, до новых встреч. Вот ручка сохранил. Не видно ее? Окошко. Вот видно. Хорошая, крепкая. До свидания.